Студенты еще вчера, дипломированные магистры сегодня. В этом году из стен Одесской юридической академии выпускается почти 1000 магистров. К этому событию будущие юристы, психологи, журналисты, социологи, управленцы и специалисты в области кибербезопасности шли 5,5 лет. В начале торжества в присутствии выпускников, их родителей, преподавателей и руководства университета прозвучал гимн Украины. Президент университета Сергей Кивалов отметил, что теперь перед выпускниками открываются большие возможности. За 24 года можно вспомнить множество успешных выпускников. Всеволод Князев возглавил Верховный суд. Преподаватели и выпускники стали судьями Верховного суда, Высшего антикоррупционного суда, возглавляют адвокатские объединения в США. Одним словом, диплом юракадемии – это знак качества. Я хочу вам высказать особые слова благодарности за то, что вы в свое время выбрали правильную специальность, выбрали правильный вуз. Я благодарен не только вам, но и вашим родителям, которые, знаете, поверили в Одесскую правовую школу, которые направили вас и поддержали. Студенческая жизнь у этих молодых ребят была очень насыщенной. За время их обучения университет несколько раз посетил лично министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет и практически все его заместители. Росли границы международного сотрудничества, проводилось множество спортивных и культурных мероприятий. Выпускникам было за что выразить свою благодарность руководству вуза. И с большой благодарностью в сердце мы хотим обратиться к людям, которые воспитали из нас не только профессиональных юристов, но и по-настоящему достойных людей. Глубоко уважаемый Сергей Васильевич, и для каждого студента вы пример для подражания. Мы гордимся быть студентами Национального университета Одесской юридической академии и пронесем это звание с гордостью сквозь всю жизнь. Спасибо вам за лучшие условия для обучения и жизни студентов, за ваши усилия и вашу заботу о нас. По традиции на церемонии вручения дипломов магистрам прозвучал гимн Национального университета Одесская юридическая академия. Друзья, прекрасен наш союз, поэта мысль верна. А наш союз, наш лучший вуз, родная, поняла. Как Ришелье он смотрит вдаль, потомкам обращен. Каких людей он миру дал, и сколько даст еще. Выпускники Одесской юракадемии получили свои дипломы магистров по специальностям право, международное право, психология, социология, журналистика, менеджмент, правоохранительная деятельность, системный анализ и публичное управление. Все, кто сегодня получил диплом, они действительно прошли жесткий конкурсный отбор и стали студентами, а потом выпускниками нашего университета и получили диплом магистра. Характерно то, что некоторые пришли к нам, имея диплом бакалавра в других высших учебных заведениях, и сдали блестящие вступительные экзамены и учились у нас вот 1,5 года. Пройдя этот длинный, а порой даже тернистый путь, выпускники уверяют, сделали правильный выбор. Выбор, который определил их жизнь. Звичайно, мы с нетерпінням чекали цього прекрасного дня. Безмежно вдячні Сергію Васильовичу Ківалову за його настанови, за те, що зібрав весь наш колектив і влаштував таке прекрасне свято. Дякуємо за те, що стільки років нас навчав. Ми безмежно щасливі нарешті отримати наші червоні дипломи, і не тільки червоні. І щиро щасливі закінчити факультет цивільної та господарської юстиції нашого альма-матер НУЮА. И с радостью будем повертаться сюда снова и снова. В итоге, когда я держу
просто диплом, а понимаю, что я прошел здесь все для того, чтобы в дальнейшем я не боялся ничего, не переживал. Все будет хорошо, я в этом не сомневаюсь. Хочу висловити окрему подяку нашому президенту, академіку Сергію Васильовичу Ківалову, який вже чверть століття дає можливість нашим студентам навчатися в найкращому вузі нашої країни. І ми, в свою чергу, ми будемо це віддавати, будемо розвивати нашу державу, будемо будувати правову державу. Я взагалі дуже вдячний, що в нас є такий президент, такий очільник, який своїми мудрими рішеннями допомагає всім нам. І тепер ми, випускники, працевлаштовані, випускники, студенти, магістри, будемо прямувати вперед до життя. За ці нелегкі і довгі роки я отримала справді життєвий досвід, який пронесу з собою далі по життю, буду їм пишатись. І взагалі я з гордістю принесу звання випускника Національного університету Одеської юридичної академії. І хочу побажати абітурієнтам, які ще не визначились, які ще думають, що вступивши до цього університету, до юридичної академії, вони не зроблять помилку. Емоції дуже трепетні. Как-никак закончился у нас этап жизни, определенная университетская жизнь. Очень благодарна нашему университету. Это очень классный опыт и классные эмоции. Я скажу, что я с третьего курса пошла работать в суд, так что у меня уже совмещало учебу и работу, и на развлечения было очень мало времени, но все равно я насладилась университетской и студенческой жизнью. Университет дает нам много возможностей. Свого часу я проходила практику в суде. Зараз я не працюю в державном органе, я працюю в адвокатском объединении. Безумовно, те возможности, которые нам дает университет, саме и знания, і знайомства нам в житті дуже допомагають. Я вдячна своєму вузу. Немало приятных слов прозвучало и от родителей, которые на протяжении всего этого времени были надежной опорой для своих детей. Впереди новый жизненный этап, в который они отправляются с солидным багажом знаний. С большой радостью на сердце, потому что это был выбор моей дочери, которому я не препятствовала. Старалась ее поддерживать все эти годы. Очень счастлива, что она получила ту профессию, к которой стремилась, закончила институт с отличием. Диплом магистра – это финиш и одновременно старт. Для многих это начало большого профессионального пути, который обозначился еще в процессе учебы. Выпускники рассказывают, что они теперь с трепетом будут вспоминать университетские годы, которые провели в вузе на парах любимых преподавателей. В Національному університеті Одеської юридичної академії 5,5 років пролітає, на жаль, швидко, але вони настільки запам'ятовуються назавжди в пам'яті, що згадувати цей період дуже приємно. Спасибо університету за ці огромні знання, вміння, які я отримала за 5,5 років. Я благодарна всім преподавателям, руководству, которые определяют очень много внимания и своих усилий для реализации студентов на всех уровнях, чтобы они показали себя и проявили, и доказали, что они что-то могут и стали сильными личностями. Насправді це шалені роки, їх неможливо навіть описати через те, що були як і радісні, позитивні моменти, так само були якісь певні поразки, перемоги. Я насправді горда, що я навчалася в найкращому юридичному університеті в нашій державі. Дуже рад зібратися всім факультетам, отримати в такому праздничному атмосфері, отримати диплом. Эмоции просто зашкаливают. На самом деле, факультет журналистики, вот я выбирала между Киевом, я сама с Киевской области, и Одессой. Одесса меня подкупила изначально самим городом, очень люблю этот город. И мне очень понравилось практическое наполнение курса, который преподают на факультете, поэтому, собственно, выбор упал на юридическую академию. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за эту возможность. Я считаю, что он человек с большой буквы, он дает билет людям в жизнь, таким как я, обычным студентам. Я из Днепропетровска, приехал в Одессу учиться, поступил, нам дали общежитие, нам дали хорошее образование. То, что большинство выпускников уже трудоустроены – результат планомерной работы руководства университета. ВУЗ заключил договора о сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, Министерством инфраструктуры, Национальным антикоррупционным бюро, Государственным бюро расследований, ведущими международными IT-компаниями. Абсолютно большинство магистров уже трудоустроены. Они работают кто следователями в Национальной полиции, кто в ДБР, кто в НАБУ, кто в системе Министерства юстиции, специалистами управления юстицией. Знаете, это хороший, очень сильный, хороший набор был. Мы подготовили
настоящих юристов. Мы подготовили настоящих специалистов в области журналистики, политологии, социологии, психологии. И самое важное, что мы сделали первый набор выпускников магистров в области кибербезопасности информационных технологий. Вот они уже, небольшое количество, первый выпуск пошел. И они уже стали дипломированными специалистами в области компьютерных технологий. Где бы они ни работали, они достойно будут занимать то место и гордиться тем, что они выпускники нашего высшего учебного заведения. Мы вложили в них душу, мы дали им хорошие знания. Мы показали всем школам, особенно правовым, что лучших специалистов готовят именно у нас. Выпуск магистров 2022 уже вошел в историю университета. В этом году впервые вручили дипломы специалистам факультета кибербезопасности и информационных технологий. Несмотря на молодой возраст факультета, он пользуется большой популярностью у амбициозной молодежи. К слову, среди выпускников также есть доктора юридических наук. Не секрет, что сейчас IT-сфера, IT-технологии очень популярна, и сейчас она набирает полнейших оборотов. И для себя я решила, что все-таки мне эта специальность более как бы интересной, и тем более у меня также в моей деятельности юриспруденции это понадобится, потому что объем больших данных, это также и сбор больших данных, и их анализ. Поэтому я решила попробовать себя в этой сфере и очень довольна этим. После окончания торжественного празднования студенты еще долго не расходились. Они делились своими яркими воспоминаниями и эмоциями. Студенческие годы – это лучшие годы. Я хочу, чтобы наши выпускники всегда с гордостью носили высокое звание выпускник Национального университета Одесской юридической академии. Тем самым подчеркивали, что они имеют знак качества. Тем самым подчеркивали, что они достойно будут представлять нашу правовую школу. Я хочу им пожелать самое главное, чтобы они были востребованы. Я очень хочу, чтобы у них в жизни все сложилось. Я хочу, чтобы в их семьях, в их домах была любовь, достаток, уют и благополучие.